Такое видео прислал нам один из горожан. Прогуливаясь по скверу за кинотеатром «Октябрь», он наткнулся на провод, который торчал прямо из-под земли. Находка обеспокоила бдительного жителя. Вдруг дело касается напряжения, он небезопасен. Откуда он здесь взялся? С разъяснениями мы обратились в управление городского хозяйства. Специалистами управления городского хозяйства был осуществлен выезд совместно с электрическими сетями и установлено, что этот провод не предоставляет никакой опасности, линии электропередач здесь не проходят, поэтому просим жителей не беспокоиться. Оказывается, это был просто безобидный кусок материала, не связанный с электроснабжением. Для спокойствия горожан его оперативно ликвидировали. Тем не менее, это хороший пример гражданского неравнодушия, участия в жизни города и беспокойства за жизнь и здоровье тех, кто рядом. А именно для этой цели существует и рубрика «Снимаю проблему». Но за бдительность хочется сказать большое спасибо. Зульфия Суйргулова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».